2 марта возле 2-го общежития «Бугуир» прошла концертно-развлекательная программа «Зиму провожаем, весну встречаем». Гостями праздника стали не только студенты и сотрудники университета, но и жители Советского района. Мы стараемся объединить белорусских иностранных студентов, жителей близлежащих домов и провести для них веселые мероприятия, веселые с песнями, с танцами, с спортивными состязаниями. Отдельно у нас проводятся конкурсы для детей. Концертная программа была насыщена яркими театрализованными зарисовками. Для зрителей также выступили творческие коллективы «Бугуир». А я участвую в «Масленице» второй раз. В том году я участвовал в роли участника, а в этом же в роли актера. По мне кажется, что программа на «Масленице» становится только с годом года все лучше и лучше. Все желающие смогли согреться чаем и попробовать блины, поучаствовать в спортивных соревнованиях, конкурсах и розыгрышах. Всего в масленичных гуляниях приняли участие более 200 человек. Элизабет Чечет, Иван Андрушкевич, Сергей Селивончик, молодежное телевидение «Бугуир».